сделаем такое переключение вашего внимания, что вы забудете все проблемы, которые вам мешают настроиться на восприятие классической музыки среди хаотического дня. Это переключатель с помощью синхронизации музыки с тем, что мы сейчас делаем. А это, естественно, наш Артем Борисов. Кончил нашу консерваторию, учится в консерватории итальянской, еще в какой-то консерватории. Швейцарская еще, ну зачем ему столько консерваторий? Ну, наверное, для того, чтобы повышать свой уровень, и вместе с ним и мой уровень, и вместе со мной и уровень Андрея, который нас снимает, и уровень всего этого. Я поэтому здесь развесил и наши картины, которые я рисовал все это время. Ну, посмотрите, что из этого получилось. Давай, поехали. Это Бах. Для того, чтобы вы кинули все мысли из головы,
и переключились от суеты на эту классическую музыку.